Здравствуйте, друзья! Представляю вам эту флейту. Это ходчику размерностью 2,5 с таким тяготением уже даже к 2,4 при таком раздувании хорошем. Флейта сделана из корневого бамбука с шикарными корнями, пропитана лаком уруши, корневая часть, внутри канал тоже покрыт лаком уруши, но таким легким по принципу киотаку. У тагучи тоже пропитано лаками и маслами, вот, но здесь нет вставки, как и положено на ходчику. Вот внизу у корня вот такие тоже с помощью лака сделаны красивые рисунки. У флейты ее особенность очень интересный загиб. Тоже камера сложно передает эти. Значит, вещи. Ну вот. То есть она как бы загибается в сторону и чуть-чуть даже назад корень каким-то таким образом. Если так смотреть, то она выглядит как прямая. Если с этой стороны смотреть, то она у нее загиб вот такой в одну сторону. Очень интересно. И по ощущению, когда играешь тоже, ну, по крайней мере, мне такие флейты даже не попадались. Не было такого вот случая, чтобы флейта так загибалась. Это первое такое. Очень интересное ощущение. Чиковое такое именно звучание, то есть флейта позволяет и полностью выдыхать в нее и играть так сконцентрированно, в зависимости от этого выдает такой более секухачевый звук или именно прям вот ход чиковый такой рассеянный, то есть фактически очень универсальная флейта. И конечно она, наверное, больше подойдет для опытного игрока, который сразу сможет много-много-много в ней узнать вот тех самых вещей, которые отличают именно ходчику. Ну и для человека, который только вступил на путь бамбука, такая флейта, конечно, тоже на многие годы будет последовательно как-то вести за собой, можно сказать, и открывать вот эти вот, откапывать эти бриллианты духа. Флейту можно посмотреть живьем, можно виртуально что-то еще сыграть из классических произведений. Она на данный момент доступна. Интересуйтесь, на связи.